Такого глобального ремонта на стадионе «Строитель» не видели уже много лет. И это не косметические обновления, а самое настоящее перерождение. Реконструкция финансируется в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Свою финансовую поддержку предоставил и сам Владивосток. Первый этап – это у нас как раз-таки перестилка самого поля. В дальнейшем, там, скорее всего, на следующий год мы планируем уже здесь организовать новые трибуны. Вот. Также два ныне существующих комплекса на территории этого участка есть, где люди занимаются боксом, единоборствами. Они просто находятся, скажем так, не в очень хорошем состоянии. И вот как раз-таки в планах провести реконструкцию, ну, либо капитальный ремонт, это будет определено уже проектом. Вдохнуть новую жизнь в старенький стадион просили многие. И обычные горожане, которые делают здесь пробежки, и бейсболисты, для которых это поле – второй дом. Совмещать различные дисциплины на одной территории всегда было непросто. Теперь же качественный газон, современные трибуны и новые легкоатлетические дорожки позволят без проблем заниматься здесь легкой атлетикой, футболом и даже выполнением норм ГТО. А те же бейсболисты получат специальное съемное оборудование, которое не будет мешать всем остальным. Кстати, ледовый каток, которым так всегда славился «Строитель», вопреки всем слухам, никуда не пропадет. Поменяется лишь его формат и условия содержания. Пока же задача – навести порядок на основном поле. В данный момент выбрано 2760 кубометров грунта. В данный момент выполняется устройство слоя песка с уплотнением. Дальше засыпаем все это щебнем. Мы готовим основание под искусственную траву. Также мы расширяем существующие беговые дорожки и производим их асфальтирование. Первый этап реконструкции завершится уже в середине октября. После этого на стадион зайдут специалисты из Хабаровска, которые займутся непосредственно газоном. Сдать уже готовый, обновленный «Строитель» обещают к началу зимы. Вход на площадку так и останется свободным. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.